Кому захочется подниматься с постели посреди ночи? Большинству из нас это точно было бы не по душе. Но только не 23-месячному Финну Кнутстону из Ричмонда, штат Вирджиния. Этот малыш каждую ночь сбегает из своей кроватки, а утром его находят спящим на полу рядом с собакой. Долгое время родители мальчика недоумевали. Что заставляет их сына каждую ночь вставать с постели? Наконец, они установили в комнате ребенка камеру, и ответ не заставил себя ждать. Кадры, запечатленные на видеокамеру, не смогли оставить родителей Финна равнодушными. Тайна была раскрыта. Малыш просто не желает расставаться со своим другом, 4-летним псом породы боксер по имени Брут. Дело в том, что собака всегда спит на полу в комнате мальчика. У Брута есть несколько лежанок по всему дому, но для сна он неизменно выбирает место рядом с кроватью ребенка. Мать мальчика, Пейдж Кнутстон, рассказывает, что когда-то Брут сам забирался к малышу, и выглядело это так, будто пес заботится о том, чтобы Финн случайно не свалился на пол. А через какое-то время ребенок начал вести себя подобным образом, а именно присоединяться к своему питомцу. Получается, что эти двое не хотят расставаться даже во время сна. Поэтому среди ночи мальчик просто берет одеяло, выбирается из постели и укладывается рядом со своим питомцем. При этом Финну совершенно не важно, на чем спит пес – на коврике, на лежанке или на полу. Он просто не хочет надолго разлучаться с питомцем и даже использует его в качестве подушки. Спится мальчику вполне комфортно. Записанные кадры умиляют родителей Финна. Все то время, пока ребенок пытается поудобнее улечься рядом с любимым четвероногим другом, тот сохраняет абсолютное спокойствие, не обращая никакого внимания на суету. Ведь главное, чтобы с малышом все было в порядке. Пейдж также рассказывает, что Брут практически не отходит от Финна ни на шаг с тех пор, как ребенок появился в доме. Даже когда они не спали вместе, собака все равно старалась как можно чаще находиться где-то поблизости от малыша. Дело в том, что когда Пейдж была на 20-й неделе беременности, врачи поставили ее будущему ребенку удручающий диагноз – порок сердца. И если бы о заболевании узнали хотя бы на несколько дней позже, Финн вообще мог не появиться на свет. Роды прошли нормально, но когда мальчику исполнилось 11 дней, его здоровье сильно ухудшилось. К счастью, малыш справился с этим, однако впереди семью ожидали очередные трудности. Через 7 недель у ребенка снова начались осложнения, которые повлекли за собой сразу несколько операций. И когда после этих испытаний Финна наконец привезли домой, Брут моментально почувствовал, что этому малышу нужны дополнительная защита и особый присмотр. С тех пор пес старается всегда быть рядом с ребенком, даже во время сна. Мальчик, в свою очередь, чувствует эту невероятную заботу и также стремится все время быть рядом со своим верным и чутким питомцем. Неудивительно, что каждую ночь Финн, несмотря на полусонное состояние, выбирается из постели и устраивается рядом со своим четвероногим защитником. Сейчас здоровье ребенка в полном порядке. Но Брут понимает, что помощь и участие – это вещи, которые никогда не бывают лишними. Получается, Пейдж и ее муж не просто завели собаку. Они обрели настоящего друга – и верного помощника, способного проявить внимание, заботу и доброту в любой ситуации. Не зря говорят, что у нас еще нет такого слова, которое могло бы выразить одновременно самоотверженность, преданность и ум – все те невероятные качества, которыми обладает собака. Друзья, если вам понравилась эта потрясающая история, ставьте лайк, пишите свои комментарии и делитесь этим видео со своими друзьями. Всем пока!